Жила-была одна девочка, на которую плыли волны. Однажды она лежала на своем пляже, как ни в чем не бывало, и говорила: я хочу Ваше Величество. Итак, эта девочка стала супер королевой. Королева Анна Великая. Но потом королеве стало скучно сидеть, и она подумала: «Ох, как же я хочу домой! О, надо поплавать!» «Нет, плавать уже скучно, а может домой съездить?» «Ага! Да нет, это мой дом. Это просто это мой дом. Тут каждый водоросль знаком мне, каждая рыбка». Так царевна осталась. Давайте наберем 9 лайков, если вы хотите продолжение. Всем пока!